Санкт-Петербург в этом году отмечает 150-летие со дня рождения святого преподобного Серафима Вырицкого. На пресс-конференции в медиацентре правительства Северной столицы нашим корреспондентам рассказали о подготовке праздничных мероприятий. Ежегодно 3 апреля православные верующие прославляют имя этого подвижника. В течение юбилейного года запланировано не только праздничное богослужение в памятную дату, но также выставки, концерты, конференции и международный хоровой фестиваль. Безусловно, и вся Гречинская епархия в лице духовенства и клириков, и мирян будет принимать активное участие в проведении всех праздничных мероприятий, связанных с этой юбилейной датой. Как заметил наместник Александр Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий, ценность предстоящих мероприятий в том, что у каждого будет возможность узнать больше о Серафиме Вырицком, которого можно считать нашим современником. Единственное, что я бы хотел обратить внимание прессы на саму личность. Почему именно преподобный Серафим? Во-первых, уже сказали о том, что это практически наш современник. И живы люди, которые, например, есть Ольга Дмитриевна, с которой мы встречались, вот и бабушка, которая до 12 лет жила до его смерти в Вырице, в одном доме с преподобным. И поэтому есть живые свидетели, и особенно вот родственники, которые хорошо знали, они все время активно борются с так называемой колонизацией вообще этого человека. И они подтверждают его самое главное качество – это любовь, которая его сопровождала всю жизнь. Основные мероприятия развернутся в Санкт-Петербурге и Гатчине. Я в первую очередь, конечно, скажу, как епископ Гатчинский Лужский, что для нашей епархии, для Гатчинской, это, безусловно, знаковое событие – 150 лет со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Ну и в целом огромная радость то, что он избрал местом подвига именно Вырицу и нашел упокоение именно на территории этого поселка. И, как вы знаете, покоится в часовне рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить места, связанные с жизнью подвигом Серафима Вырицкого. В мае на сцене Мариинского театра пройдет концерт церковных хоров «Небесные Серафимы». Также в гостином дворе состоится конференция «Вера и дело. Социальная ответственность в период кризиса», посвященная православным предпринимателям. Мероприятие завершится в октябре гала-концертом в Петропавловской крепости. В честь дня рождения святого с Нарышкина бастиона будет дан полуденный залп. Кроме того, в юбилейный год епархия планирует установить мемориальную доску на доме, где жил преподобный Серафим Вырицкий.